It was a moment of crisis for gay rights and civil society in Georgia. On July the 5th, far-right protesters attacked LGBT activists and dozens of journalists ahead of a planned Pride march, injuring dozens of people. For some activists, the sadness that followed the unrest gave rise to a powerful sense of solidarity. Сапатриархо საქართველოში აკრედიტირებულ ელჩებსა და ევროპარლამენტარებს უპირისპირდება და თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ მოქალაქეებს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. For years, Georgian LGBT activists battling discrimination have faced opposition from conservatives who said they were defending traditional Georgian values. On July the 5th, Prime Minister Irakli Garabashvili aligned himself with the Georgian Orthodox Church and right-wing groups. დაანონსებული მარში და მასში ჩატარება მიმაჩნია მიზანს შეუწონდათ. სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. მუშაობენ და ცხოვრობენ აბსოლუტურად ნორმალურ ვითარებაში და რეჟიმში. მათ არავითარის საფრთხე არ ექნება ჩვენს ქვეყანაში. არც ერთი ფაქტი არ არსებობს აღნიშნული დისკრიმინაციის. ეს საქართველოა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენ Garabashvili's critics would later accuse him and other politicians of emboldening the anti-gay protesters to turn on the activists. Just before the planned march, violence exploded on the streets as far-right demonstrators, some in a so-called march of Когда в Тбилиси приезжают, мы всегда радуемся, что гости должны уважать, что люди отсюда поехали и сказали, что грузины, гостеприимный народ. Не то, что которые сейчас говорят, сейчас такие гей-парады хотят устроить, грузины вообще ненавидят их. Просто для нас это очень позорные такие люди. Если их такие, да пусть себя и держат дома или куда хочешь гулять. А что меня про центр Руставели устраивать? Парады нас геи показывают, их наши молодые, будущие. Что подумают, что наши деды, что так и допустили, что нас подвели свои народы. Я просто клянусь, как грузин, я себя не позволю. Я не знаю, ну, просто чужих людей бить как можно. Ну так их приятно, меня должна бить и убрать этих людей. Ну, понимаете? Гей, какое-то образование, хочешь, не хочешь, будь, какой хоть профессор, я никого не подведу, что поставить как-нибудь работу и устроить на работе. И вот это мужские разговоры, крестьянские. Вот же, мы же народ такой великого царства. Ты что, говорю, я просто ненавижу таких людей. Я просто, если вы долго будете здесь, я покажу, где хорошее место Грузию. И хорошо, хороший музыкант, хороший, ну, которые еще живые остались, наши артисты, ну, представитель, люблю всех. Некоторые на это время, на COVID, сколько я людей скончался, таких людей. Я дам вам свой телефон, а потом... Я у вас дам мой телефон, и когда будет... Сколько дней будет еще? А я еще не знаю, но сегодня да, второй день. Да, вы меня позвоните, приду, да. Записим и хорошие люди покажу место, где должны быть. Некоторые грузины не знают, такого места есть. Надо уважать грузинские территории. Я просто всегда их хвалю. Просто Тимур Циклаур был наш певец, мой крестный был. Ага. Сын просил, недавно был Тимур Циклаур. Он пел про Грузию. Продаются Грузию песня, и за эта песня во время Саакашвили эта песня не может быть ни ресторан, нигде играть, закрывали их, не разрешили эта песня. Это потому что дураки руководство было. Это во время коммунистов время спели эта песня, причем на это, ну потому что они продают грузинские земли и про это словом, если слово словом говорит по песне, что продаются Грузию и грузинские территории. Понял. Вот эта песня, и они не хотят играть иди в ресторане, и нигде не разрушили вообще. Например, представляете, люди такое, что со своей грузины, со своим народом поет песню и не разрушают. Вот сейчас мы приехали, и какой бар хотели. Мы... Ну так, вам так. Да, и мы как круга сделали просто. Где такой, сказали, бар, такой, перед театр Армении. А вот. Я не знаю где. Здесь какой-то. О, где, это то? Нет. Вот театр, перед театром. Кафе?
Да. Это то? Это? То? Вот здесь где-то кафе. Кафе, говорит мне, да. Не это, наверное. Дай этот звонит телефон. Да, да. Позвонит телефон.